желтый. Все цветы были желтыми, ребята. Вот такой вопрос. Во сколько лет Влад проколол ухо? Нет. А, Пожалуйста. Дальше. А как звали преподавателя по вокалу на X-Factor? А фамилия? Зачем надо было звонить? Все знаю. А я предлагаю не так уж. Давайте все-таки не кричать, а поднимать руку. Ну, надо же раздать. Ладно. Какую песню Влад исполнял в 24-й? Есть. Как называется? Хенли, есть. Дальше. Вот киевляне, кто не отвечает, не отвечает. А вы не отвечаете, киевляне, знаете почему? Потому что вот интересно. Как перед другим народом отвечали? Какие песни пел Влад? Это видео, во время ребята. Это видео. Есть, а ты из Киева, да? А ничего, это все видео. Видео. А нет, кто не из Киева знает ответ? Это в группе писал? Я уже не знаю. Есть, есть, я увидел бы. Я иду. Есть правильный ответ. Какой? А откуда ты? Из Луганска. В Луганске знают такие инфраструктуры. Дальше. Какую песню исполнял Влад в 6-м эфире? Есть. Memory. Есть. Максим, дай его сказал. Memory. Есть. Ребят, я думаю, что мы я бы так постарались увидеть, что первый раз не был, но мы не выглядели. Давайте. В каком эфире Влад попал в номинацию? Хорошо, ребят, а вот домашнее животное, Влада, как кличка? Кролик.
Вот. И вот так и украли. Ну, а правильно? Жора, да? Правильно? Да. Дайте, пожалуйста. А вот такой немного интимный вопрос. А во сколько лет вы первый поцелуй взяли? Ну, я выглядел. Говори. В 11 лет, а где? В лагере, да, есть. Лера, посмотри меня. Эта девочка в «Бойцовик Фактор» сразу мне написала, а ты помнишь? Я тоже написала. Какой штук были вы? Какое качество в людях вас ценит? Вот, девушка, она ответила. Да, а вот на таком музыкальном инструменте играете сколько лет? Дальше, у меня такой вопрос. Вот, кстати, активные участники группы есть? Да! А ты хотят стивенки? Да! Ну не больше. Потому что ты старше. Так вот, активные участники... А вот назовите, пожалуйста, администраторов последовательно. Есть. Сейчас твой байбай. Да. Их уже там разберут, вы уже не маленькие. А, ну давай, что-то, ну, дадим подарок, да. А хорошо, вот кто знает, тогда надо было внимательно читать интервью. Ладно, город мечты. Нет, Львов. Львов? Нет. 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 Нет.